испытываем, насколько замерзла вода в прудах. О, отскакивает. Маленький прудик замерз. Его постепенно невозвратимо. И необратимо. Слов нет, одни слова. Вот этот мачтовый лес, мачтовые сосны. Строенные огромные сосны, с которых строили, делали мачты, стеньги, реи, бомбарамреи и всякое оборудование парусного. Вот они такие великаны. Мачтовые сосны. Сколько метров? Неизвестно. У нас прогулка опять на озеро, и мы пошли через другое СНТ, спутник, не через лес. Посмотрим, куда выйдем. Сказали, что мы так пройдем на озеро. Называется улица Приозерная. Калина растет. Тут конец улицы. Если кто помнит, мы уже здесь были. Вот такой прудик из траншеи, переходящий в озеро. Вот мы еще освоили один путь. Он сам подсказал, что можно так пройти. И пойдем на мостик. Людей практически нет на дачах. В основном на работе очень мало тут проживающих. Хотели в магазин зайти, центр спутник, но там он не работает. Ввиду невостребованности. Вот мы на Малом Семагинском озере. Вот селезень подзывает себе уточек двух, которые вот там плавают. Зовет, зовет их, они никак к нему. Ага, вот они. Погода замечательная. 0 градусов. Рыбак вот с вчерашнего дня сидит. Вот объединились. Две уточки подплыли к одному селезню, чего мы и ожидали. Все покрыто из. О, к нам подплыли. Подкармливаем яблочками. Но они не отказываются. У меня есть морковка. Такая маленькая. Сейчас их укачу тоже. Но мне жалко ее. Красиво в воде. Ну, а назад мы решили идти лесом. Подышать. Не только созерцать, но и дышать хвойным воздухом. Время уже к вечеру идет, 6 часов темнеет. Вот
рядышком с этим Санте вышли вот, вот там, с той стороны. А в лесу жители этого поселка сделали себе поле для спортивных игр. Летом тут весело. Сказочный мох. Такие изумрудные краски. Вот хоть уже и темнеет, но посмотрите, какая красота. Еловый лес. Просторный, светлый, когда солнце, тут вся трава сияет. Очень красиво. Просто сказочный лес. Вот в еловом лесу вот встретили такую сосну среди елей. Из одного ствола, из одного корня растут два ствола. Вот так вот получается. Вот так вот. Она высокая и стройная сосна. Вон туда, в небо, в небо. А вот сухостойная ель. Почти 9 часов вечера, и такой же парит дождь. То утром заморозок, а сейчас дождь. Значит, всем спокойной ночи, до завтрашнего дня. Смотрите мои следующие видео.